Ай, Макс, всех желает успеха. Сейчас покажу мастер-класс, как быстро запаковать две книжки, ну, не ПУ, как бы, вот, берете, пишете, это, для отправки Укрпочты. Берете, пишете свой адрес, чужой адрес, куда отправлять. Вот книжки, ну, книжки убитые, я их почитал когда-то, покупал когда-то, вот, книжками когда-то занимался. Вот, тут, кстати, ну, интересная книжка, более-менее, да. Тут всякие эти самые фото, иллюстрации есть всякие, тут Геродот есть. Вот. Ну и эту книжку тоже прочитал, тоже. Они думают сильных мира сего. Ну, короче, вот как легко запаковать. Ну вот, берете, это я диски получал. Берете, значит, вот наизнанку выворачиваете этот пакетик. Вот. И, короче, вот так вот туда это дело. А, музыка моя играет. DJ Колдун проект. Вот. Опа. Вот, вот так раз. И потом. Запаковывайте вот скотчем для отправки Укрпочты, вполне покатят. Вот, скотч, конечно, купил скотч, вот все никак от него не избавлюсь еще. Барахло тетка продала, надо и пойти репу начистить, шучу. Больше там покупать не буду. Или буду проверять. Смотреть по роже. Я вообще видел, что у нее рожа была какая-то левая. Ну, как-то не придал значения. Думаю, ну, может быть, пьяная. Да и дышать боится. Она вот падла, подсунула скотч такой. Думала, побью ее или нет. Вечером в подворотне где-нибудь там. Ну, ладно. В принципе, самое дешевое место, где скотч продается. Переплачивать два раза зачем? Вот я и подумал, о, куплю, куплю там 13 гривен скотч тут. Придется, наверное, пойти взять, занять у мамки скотч. Что-то долго. Так, вот, вот это скотч, блядь. Вот, вот так. Как вот такая скотч, конечно, хорошая, ну. Много мне его и не надо. Вот. Вот, ну все. Книжки запакованы. А это можно заклеить, раз оно падло. Фу, блин. Раз оно падло не хочет. Раз оно под люка не хочет, это самое. Скотч не работает. Сейчас мы, блин, придумаем другой способ. Главное, чтобы мозги были на месте. Ну вот, так вот приклеили и все. Все. Никуда оно не денется. Thank you.
Вот. Ну, так вот. Как-то так. Все от кого кому, все оно это самое не должно никуда деться, по идее. Все все нормально, высохнет. Все. Все, посылка готова. Раз, два и готово. Если бы не пришлось бегать за скотчем, было бы быстрее. На полминуты. Ну вот, все. Все, пока-пока. Подписывайся на мой канал. Под видео будет ссылка на мою группу на Фейсбуке. Мастер-класс по упаковке посылок и отправке почтой разной. Ну, я в основном пользуюсь практически 99,9% это новой почтой, а Укрпочтой там 1%, а остальной почтой там вообще, там, не знаю, блин, там Интайм когда-то отсылал там раза два всего, может три. В основном это новая почта. Ну, это вот человек попросил Укрпочты. Конечно, вот это не Укрпочта, не вообще Укрпочта раздражает. Блядь, это совдепия ебаная, блядь. Все, пока-пока.